Всем привет! Сегодня мы посмотрим заявку от Шона. Это будет на группу Feelament. Там состоят участники из России, Украины и Белоруссии. Я не знаю, на каком языке они будут петь. Вот, мы сейчас посмотрим и узнаем вообще, про что там будет. Как бы на стоп-кадре там что-то связано с политикой. Вот, поэтому оставайтесь вместе со мной и посмотрим. Father, pray for your sister, pray for another. Pray for your father, pray for your mother, pray for your brother, pray for another. Pray for your father, don't dust your mother, watch as a star, don't be a coward. Forgive your mother, forget your father, hate your brother, kill one another. Была песня, и честно хочу сказать, что я ненавижу тему про политику. Если не хотите меня злить, то, пожалуйста, не общайтесь со мной, не разговаривайте по поводу политики. Вот, но по поводу группы. Да, это хорошо, что они через музыку поднимают какие-то темы, которые имеют очень резкое отношение к этому. Вот, я не знаю, были у них какие-то там проблемы с этой песней или вообще у этой группы, то что вот, я так понимаю, то что мне Шон еще написал, что они как больше поют что-то вроде о политике, ну, в общем, о таких темах. Я не знаю насчет этой группы, потому что я за ними не слежу, для меня они, я слушаю их первый раз. Вот, я не знаю, как у них там, нет у них проблем или есть, но я надеюсь, что у ребят все хорошо, и их творчество не перекрывают. Я вот к чему веду. Вот. Но если честно, вот если бы меня отвернули от экрана и не сказали бы, кто это поет, и включили бы, я бы сказала, что это Джинджер. Это вот прям манера звучания Джинджер. У вокалистки голос прям очень похож на голос Татьяны. И прям манера у нее такая же пение. И инструменты также звучат. Я не знаю, говорили им об этом или нет. Либо это просто так песня похожа, а другие у них песни отличаются. Но возможно, у них Джинджер группа — это их вдохновители, почему нет? И как бы на начальном этапе можно что-то подражать им, либо искать свое звучание, и это может быть похоже. В дальнейшем это будет у них вообще, может, совершенно другое звучание, вообще не похоже на начальные этапы. Вот. Но мне показалось, что у него гроул, у этого вокалистки, по-моему, ее зовут Марина, если я не ошибаюсь. У нее, по-моему, потяжелее, чем у Татьяны. Вот. Но клип снят тоже прикольно. Как бы это тебя не отвлекает от самих участников, потому что как для знакомства я всегда, когда смотрю первый раз какой-то клип, либо группу, мне важно увидеть участников, как они выглядят, а потом уже в дальнейшем с ними знакомиться, уже там клипы могут быть там с всякими спецэффектами и так далее. Потому что первым делом я хочу посмотреть, сколько там участников, кто на чем играет и кто там поет и так далее. Вот, это прикольный клип для знакомства, так что очень классно снят. Вот, поэтому насчет самой группы, я не знаю, буду слушать или нет, потому что я в основном слушаю, где участники парни на вокале, женским вокалом у меня группы как-то не очень складывается. Вот, но у меня нет претензий, каких-то хейта в эту сторону группы. Звучит классно, да, прикольно. Вот, я так понимаю, я не знаю, это молодая группа или уже несколько лет. Я могу предположить, что это молодая группа. Я хочу только сказать, чтобы они продолжали расти в плане музыки, создавали новое, выходили уже на другие уровни, на мировые сцены. Вот, так что я хочу только пожелать удачи ребятам. Поэтому, если есть какие-то поклонники на моем канале этой группы, так что оставляйте свои комментарии, можете поделиться с этой, о вашем мнении, вообще об этой группе, можете написать поподробнее. Вот, так что спасибо всем большое, кто посмотрел. Оставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Вот, также, если хотите поддержать меня, то у меня есть Patreon и PayPal, и эти, где все ссылки в описании, так что переходите туда. Также у меня есть Instagram, туда можете тоже подписываться. Я очень хочу, чтобы я могла прикреплять к сторис ссылки с видео, чтобы не делать это все отдельно, а прикрепить, и вы могли там с Инстаграма смахнуть вверх и сразу перейти на видео. Вот, так что спасибо всем большое, кто поддержит меня. Я очень прошу, пожалуйста, быть адекватным в комментариях, потому что я знаю, что такая тема политики, я не хочу, чтобы кто-то злился, либо между собой ругались. пожалуйста, не делайте этого. Если вы не хотите портить себе настроение другим, не делайте. Просто выскажите мнение по поводу клипа песни. Вот, я очень прошу, пожалуйста, про политику ничего не говорить. Пожалуйста. Вот, я хочу, чтобы все жили дружно. Вот, спасибо всем большое. Увидимся в новом видео. Всем пока. Бай-бай.